такой кусок тряпки, ну, прямоугольный. Канистра. Тряпку в жидком разведенном цементе. Сейчас всю замочим. Я ее пока вот так привяжу. Так. И теперь я завяжу ее. Делаю я это вместе с вами, без всякой подготовки, поэтому получается не очень складно. Так, и вот сюда ее за горлышко привяжу. Пока не очень понятно, да? Так. Сейчас я просто лишнее отрежу, потому что очень много ткани получилось. Хочу я еще вот эту проложить. Вот такую штуку у меня есть. Правда, ее не хватает по всей окружности. И чтоб такой, знаете, объем придало. Вот. Пусть не хватает. Так, вот сделаю. Так. Так, и сейчас обрежу. Ну и вот так обрезаю где-то. Что теперь надо сделать? Ложку.
разлила цемент вот такой густой. Ну все, пусть сохнет. Ну что, давайте вытаскивать. Ну вот что получилось. Так, тут у меня еще вот эта штука. Опа. Что, сейчас опять буду промазывать внутри, еще снаружи тут надо. Кое-где. Ну, в общем, симпатичная такая штучка получилась. Так. Ну, вот я развела цемент такой погуще. И все. Сейчас вот прям вот так. Так. Вот тут, знаете, как говорят, кашу маслом не испортишь. Если вам кажется, что у вас непрочная, лишний раз помажьте еще изнутри или снаружи, и все будет замечательно. Ну, прям мажем, мажем и мажем. Я изнутри промажу, и снаружи. Еще промажу, потому что что-то она у меня клевенькая такая, не твердая. Ну что, начинаем красить. Белой краской для того, чтобы следующий слой краски не изменил свой цвет и был ярким и красивым. Краска у меня такая вот эко, фасадная, белоснежная. Ну, это как, водоэмульсионка. Изнутри до земли. И снаружи. Всю покрашу, высохнет, и потом можно будет уже красить в основной цвет. Ну что же, начинаем красить основным цветом. У меня металлик баклажан.
Ну а теперь зеркальный металлик. Вот такая будет красота. Сейчас я докрашу. Ну вот, кашпо готово. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь. Будем вместе с вами творить. Огромное спасибо всем за внимание.